Всем добрый день. День что? День. Вот день. Год клубнику дочери. Вчера я у нас оставила. Половину заморозила. И вот остатки. Хочу джем сварить. В интернете порыскала. Сейчас нашла рецептик. Пол бокальчика воды сейчас сюда вылью. И пусть покипит. Поварится немножко. Минут 10-15. Вот, пока покипело у меня 15 минут, выключаю. Что будем дальше делать? Сейчас вот это вот все. Здесь без сахара, заметьте, одна клубника и немножко было водички. Сейчас мы это протрем через сито. Горячее прям. Вчера, что ли, замораживала? Вот, вчера замораживала такие медальончики. Тоже с водичкой. Здесь у меня укроп и петрушка. Все вместе получается. Такие медальончики. И удобно в силиконовой форме. Раз и вытащу. Симпатичные. С водой замораживаю. То меня многие спрашивают, почему я добавляю воду. А без воды что-то получится. Ну, и тоже с водой, но... Ну, суховато будет. Суховато, да. Вот это здесь. Так, сейчас вот сюда. Видите, такие сердечки красивые. В этот раз у нас урожай укропа и урожай клубники. Не всегда так бывает. Не знаем, от чего это зависит. Я же всем жаловалась, что у нас в этом году на даче дали поздно воду. А клубнику-то ее именно поливать надо в то время, когда вот у нас и воды-то не было. Может, это вот за счет этого она так и уродилась? Ее только пересадил, третий год, клубники-то. Ну, в общем, вот такие сердечки симпатичные. Сейчас будем дальше пропускать клубнику через сито. Все. Посмотрите, как заморозилась клубничка. Таким образом сейчас всю клубнику я продавлю вот через это сито. Вот это все. Вот столько получилось, по-моему, даже литра нет. Но это дело трудоемкое. Все-таки я вам скажу, через сито вот это все протереть. Вот у меня вроде бы немножко, да, но не каждый, наверное, захочет валандаться. Где рецептик я нашла, вот на такое количество, в общем, насыпают стакан сахара. Сейчас посмотрим. Может быть, чуть больше положим. Сейчас включим огонь. После закипания 15 минут. Варим и в стерилизованную баночку это все дело закатаем. У меня полы делают. Сейчас попробуем. Так, девочки, положу еще сахар.
половинку стакана. Сейчас попробуем. Может быть, так потихоньку и уйдет весь стакан. Не, наверное, больше докладывать не буду. Если небольшими порциями, то можно потихонечку варить этот джем. Не, нормально все. Ты куда, мы жениться? Где же? Куда-то пронеслись. Так, после закипания на минут 15. Сейчас по новому методу пастеризую банки. Тоже подсмотрела в интернете. Лишь бы не треснуло. По чуть-чуть будем наливать. Вот так сейчас налью. Попробуем такой метод. Никогда так не делала. Получается. Вот сейчас эту солью. Я думаю, там не полная уже баночка будет. Ну, ничего, съедим.